Здравствуйте, меня зовут Женя. И сейчас мы узнаем, какая погода ожидает нас на 27 декабря. В Барнауле ночью и днем 3 градуса выше нуля. В Белогорье ночью минус 4, днем плюс 2. В Горно-Алтайске ночная температура плюс 1, днем плюс 4. Далее ознакомимся с прогнозом погоды в нашем городе. В Виске переменная облачность, возможен небольшой снег. Ночью минус 5, минус 7, днем минус 2, минус 4. До Нового года осталось 4 дня. Поздравляю всех бийчан с наступающим 2015 годом. Желаю счастья, удачи и всего самого наилучшего. Всем привет!